Уважаемый Сергей Иванович, здесь. Да. Вы в своем выступлении правильно сказали о том, что недостаточное внимание сегодня уделяется вопросам правильности и эффективности расходования бюджетных средств. У нас на комитете, на бюджетно-финансовом комитете, мы часто рассматриваем вопросы и отчеты контрольно-счетной палаты по нарушениям, как раз связанные именно неправильностью или незаконным и неэффективным расходованием бюджетных средств. Однако в этих отчетах и в этих материалах указано о том, что данные заявления и материалы передаются в прокуратуру. Но когда мы рассматриваем отчеты спустя 3-4 месяца после того, как они создаются, никакой реакции от прокуратуры мы не имеем. Поэтому хотелось бы все-таки услышать, какие меры принимаются по этим отчетам. И в рамках этого же вопроса хотелось бы задать еще один. Вы знаете, что недавно была завершена проверка счетной палаты по строительству стадиона «Зенит». И глава счетной палаты через СМИ, конечно, сказал о том, что он передает документы в прокуратуру города. Вы не могли бы пояснить все-таки, какие документы переданы, и сказать о нарушениях, о сметной стоимости, которая нас очень волнует, так как она идет из бюджета города, да, и вот необоснованности понесенных затрат. Спасибо. Да. Значит, что касается бюджета, одной из приоритетных задач. Реагировать будем мгновенно, я вам обещаю, где бы это ни было. Малейшая информация о нарушениях, нецелевого использования, закрытии актов по выполненным работам и так далее, это мгновенно будет решаться. Я вам обещаю, это будет так. Что касается нашего будущего в стадионе «Зенит», да, на Крестовском, в ноябре месяце я лично подписал материалы для возбуждения уголовного дела, и они были переданы в правоохранительные органы. К сожалению или к счастью, но уголовное дело возбуждено, если не ошибаюсь, там дней 10, может, 2 недели назад. Все обстоятельства расследуются следственным СУСКом, Следственный комитет. Начальник следственного управления, главного, это Лавренко, на мойке находится. Все будет проверяться, там огромное количество томов, вопросы, те, которые вы поставили, еще там десятки, все будет исследоваться следственным путем и приниматься решение. Я знаю, что этот вопрос волнует многих, он стоит на контроле. Я думаю, что до истины следствие докопается. Спасибо. Пожалуйста, Коблинский вопрос. Сергей Иванович, добрый день. Я хотел немножко уточнить то, что...